Всем привет, наш любимый игрок Клондайк. Ну что ж, это маленькое видео, коротенькое, но зато продуктивное. Что будем делать? Будем скупляться. Торговец, привет. Берем в первую очередь что? Мини-пекарни, головоломки. Это не надо, это потом. Смотрим. Это все верхняя ерунда. Нефтяная вышка, если проблема с нефтью, берем. Вот в нашем случае как раз она и нужна, ведь у нас есть запас того, нам нужны нефтяные вышки. Вот мы отоварились, теперь дальше можно собирать. Потом, конечно, в будущем я хочу еще взять, мы еще проходим острова, я прошла мало. Я прошла только бесконечных 16 штук. Потом я вернусь к торговцу, возьму еще нефтяных, возьму обязательно еще угольных. Ну, может быть, одну ветряную, но это точно я брать не буду. Плавильня нам не нужна, она, мы так можем наплавить. В крайнем случае, если нет домика для двоих, у вас есть всегда песня ветра. Там тоже можно делать воду. Зачем тратить свои ресурсы? Логично? Логично. Ну, вот это мой выбор. Конечно, вы можете с ним согласиться, а можете и не согласиться. Каждый решает сам. Верстаки, да, нам нужны. На верстаки я меняю этих наших контрабандистов. А торговец – это торговец. Так что я иду в путь. Зарабатывать опять надо. Потратили? Надо зарабатывать, чтобы опять можно было потратить. Все логично. Так, ставим комби, и я начинаю чистить остров. Но это уже совсем другая история. Это было видео у нас по торговле. Торговля у нас состоялась. На этом всем желаю удачной игры. Оставляйте лайки, дизлайки, вопросы под видео. Я всегда отвечу по возможности. Да. Соседи я добавить не могу, у меня лимит. Я всех вас добавляю к себе в друзья с удовольствием. В описании канала есть ссылочка на мои одноклассники. Добавляемся с пометкой «Товарищ по играм». Принимаем всех. На этом всем пока-пока.